Если делать пугало, то делать похожим на... Вот насчет Миланы хорошо сказал. Лайк. Молодец, лайк. Москва. Ты понимаешь, что человек не разбирается в винах, если после первого глотка он сказал... Ой, блядь. Я же представил эту картину, блядь. То, чего не хочется услышать от инструктора при прыжке с парашюта. Рабочие из IKEA ненавидят, когда ты... Запускаю. Боже, два дебила. Как можно было такой ебень придумать? Дебилы. Must have. В магазине костюмов тебе никогда не продадут маску. А? Сука, не прокатила, блядь. Причина, по которой тебя выперли из джаз-бэнда. Ну, нравится, не нравится, терпимая красавица. Oh, no, no, no.